Привет! Многие задаются вопросом сегодня, а нужен ли ламповый усилитель? Обилие VST-плагинов на рынке заставляет задуматься, а стоит ли тратить на это деньги, ведь их можно пустить, например, на пивко. Сегодня я проведу небольшой тест. Я записал некий кусочек. Это простая партия, две гитары, бас и барабан. Я проиграю сначала через лампу, потом через несколько VST-плагинов. Названия будут на экране, где-то здесь, может быть здесь. Играть я буду на Jackson RR3 с комплектом звукоснимателей Fokin. Это не реклама, опять же, но я не против. Для баса я буду использовать Stingray от Music Man. И играть буду через плагин в Parallax от Neural DSP. За барабаны Superior Drummer 3 отвечает, как обычно. Погнали! Ах да, забыл добавить, что сначала вы слышите запись в полном миксе с каждым плагином, а потом по отдельности каждую гитару без обработки, без какой-либо. Нет ничего тяжелее, чем говорить в камеру, когда ты сидишь в огромной пустой комнате, только он там в углу шиншилла, и ты пытаешься общаться с экраном. Но все же. Купить или скачать? Лампа или плагин? Есть ли смысл переплачивать, или можно спустить все деньги на пиво? Пишите свои мысли в комментариях, они должны быть где-то здесь. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. Такая штука. Вроде. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, пишите в комментариях, чтобы вы хотели видеть следующих видео. Если какой-то плагин показался вам очень интересным, напишите мне об этом в комментариях, я разберу его поподробнее. Вроде все. До новых встреч.